Поехали к мотодельтаплану, пока он не улетел. Он уже заводится. Все. Сколько нас там сзади? Сколько мы составим? Инга, ты ничего это не слушай, никому не рассказывай. У нас прямо все продумано до последнего. Тихо, я ушел. Кто-то не ушел. А кто не ушел? У меня есть снегопад, если что. А как ты упал? А я сделал педали. А ты эту штуку задела педали? Ага. В самом центре, эпицентре можно обработать, а остальное не трогать. Хочешь обработаем или нет? Не знаю. Там тебя карданом отходят, и мы дальше поедем. Да, чисто тебя. Зад карданом замочат. Карданом нет, просто от чуть-чуть тебя отходят, так отгайся чуть. Говорит, видишь, Инга, сколько интересно, ты узнаешь. А если мы поехали по асфальту дороге? Все. Поехали, так это вот я про что и говорю. Дальше все секретно, в кулуарах только, у меня камера пишет. А ты теперь здесь? Да. Вообще здесь? Официально? Официально? Вот, ребята, здесь можно официально зарегистрированный аппарат летать, Инга. И вот этот человек единственный, наверное, да? Нет, не единственный, три пилота у нас, или сколько официально? Да, официально. Официально три пилота. Вот, тот случай, что я тебе говорю, видишь, знакомься, Дима Скай. Я только по номеру на крыле узнал, сказал, что... Я тут твой номер не помню, но я сказал, что раз так по-наглому летает, ну всем еще плевать. Пофиги, да, с номером, значит, это Дима Скай. Похож на трамбовано дальше. Ты даже трамбован, все под тебя. Площадка Зинцов, да. Подожди, а где девушки? О, мне кажется, мы сейчас опять МКАД. Нет, я-то знаю, где дорога, а они... Я здесь ездил. Я уверен. А они где? Они вообще уехали? Ну ладно, тогда сейчас повернем. Сейчас вот после этого, на этом повороте надо ехать направо. А? Направо. А?
А налево куда ты поедешь? Направо куда? А куда ты налево выйдешь? Почему? И вот нормально. Вот видишь, девушка, роллеры. Роллер на коленники не одевает, видишь, смелая девушка. А я один из самых старых роллеров. Old видишь, old fuck, сказал Женек. Это неправда. А девушка без наколенников, видишь, смелая. Не падали? Нет еще? А у роллеров как говорят? Кто не падал, тот не катался. То есть наколенники лучше одевать и на локотники. Да не страшно, даже если упаду. Не, может, в глаз попало. Давай остановись, тут достань нормально. Да ладно, я ее пальцем. Салфетка есть, если что. Не надо, я ее пошерудил пальцем.